Здравствуйте, дорогие зрители канала Куплю Интернет и читатели сайта Куплю Интернет. В сегодняшнем видеообзоре мы посмотрим распаковку MacBook Pro, моделька 2013 года, 865, 8 гигабайт оперативки, 256 SSD. До этого у меня была 4-гиговая моделька, теперь у меня появилась 8-гигабайтная моделька 2013 года. Он официально везен в Россию, сертифицирован и куплен через официального ритейлера. Видео с хорошей скидкой, понятное дело, через интернет и все такое, все как мы любим. 13 дюймов, коробочка компактненькая, вскроем мы ее аккуратненько. Давайте придумаем как, нашим старым дедовским способом, который позволяет сохранять целлофан данной чудо-коробки невредимым. При желании выдать ее за новую. Но только при желании. Так. На задней крышке вы можете увидеть шильдик, обозначающий модель, серийный номер и основные технические характеристики данного ноутбука. А теперь мы вытащим его из коробочки. Вот оно, заветное яблочко. Все говорят, что нужно тянуть за этот волшебный язычок. Но я знаю, что не надо за него тянуть, потому что знаю. И предпочитаю открывать хитрым способом сбоку. Но это я забегаю вперед. Сначала мы посмотрим, что у нас идет в комплекте к этому ноутбуку. В комплекте у нас идет шнур питания стандартный. Блок питания и инструкции в бумажном виде. Яблочный гигант говорит нам привет, предлагает почитать про MacBook, обклеить стекло любимого автомобиля, мопеда, мотороллера, велосипеда яблоками, ну и протереть очки перед тем, как ехать на этом мотороллере с помощью этой волшебной тряпки. Так, а что касаемо самого ноутбука, давайте посмотрим. Запечатан он чудесным образом. Весит он 1,5 килограмма. До этого был MacBook Air. Весил он чуть-чуть поменьше, на 200 граммов. Разница ощутима, но не слишком. А за счет экрана ретины разницы вообще не чувствуется. Собственно, вот он сам замечательный MacBook. Включаем с помощью кнопочки включения. Вуаля. Ну, а дальше он настраивается, запускается, устанавливается и происходит все самое вкусное и интересное. Но об этом как-нибудь в следующий раз. Спасибо за внимание. Покупайте через интернет и получайте удовольствие. Всего хорошего.